Мені 65 лет. Я приїхала із города Харкова. Я пенсіонер. Вот. Родилась я в Сумской области, как раз граница у нас Украины с Россией. У нас еще с Россией ходили к нам в школу через кладочку. А теперь по нас стреляют. Когда началась война 23-го, мы еще, был уже 23 февраля, был праздник, как бы мы еще пошли в парк Горького, у нас красивый город. Погуляли там, ну, пришли домой, все разошлись домой по домам. Ну, в общем, ну, легла спать, а утром проснулась, не пойму, что-то стреляют, тут звонят все по телефону. Ну, я не ожидала, что вообще может быть война. Сейчас. Ну, оказалось, что начала война, вышли на улицу, ну, все выбегают, кто куда, кто кому звонит. Дочка позвонила, сказала, мама, мы едем в бомбоубежище, собирайся с нами. Я говорю, я никуда не поеду, я. Они уехали в бомбоубежище, ну, в Харькове. Я говорю, вы что-то привезти или что-то принести вам, я здесь пока останусь. Я выходила там, ну как, у нас как-то район более отдаленный от центра, от Северной, тоже Салтовка, ну старая так, то она дальше, у нас ну как свистели, летели какие-то эти, я вышла, смотрю, уже разбито, ну ночью слышно, что свистит, летит, что-то там разбито, смотрю, дверь там, посад у нас в торце дома был магазин, смотрю, вышла, смотрю, стекла валяются, в общем, разбит магазин, ну от взрыва, у кого-то стекла посыпались, ну я свою заклеила, у меня были... Тогда на месте еще. Вот. Что-то горело там на, по Блюхера, что-то горело, черный дым, весь район был в дыму. Такого пожара там я, у нас в районе нет, а там за высокими домами нам же не видно, у нас там пятиэтажки старые. Вот. Ну, постоянно там, постоянно стрельба, постоянно, ну, я уже, я, честно говоря, пробежала, что-то купила, там, думаю, детям там бомбоубежище, пока там уже так особо в магазинах ничего особо не было, там, какая-то консерва, может, какие-то там пряники детям, там, что-то, ну, хлеб там, вот, и это самое. Ну, и потом, а то, что, ну, каждый день там целыми днями стрельба, и что-то где-то горит, дым там идет. У нас именно на районе, вот, аж я говорю, то потом снаряд упал перед школой, там, где внук мой учится. Ну, там на дороге, слава богу, он упал, но потом уже опять снаряд уже в другие дни попал в школу. Вот. Потом за моим домом тоже там снаряд. Вот это позавчера, о, несколько дней назад, что там возле дома снаряд упал. Это вот я звонила, просто сказали, что там убило 5 человек, женщину беременную и там, в общем, возле дома нашего. У нас Северную больше бомбили вначале, ну, она там уже как Мариуполь. Мы раньше жили на Северной, но у дочки там в одной, во второй квартире тоже в снаряд попал. У старшей там у них... Ну да, трехкомнатная была, ну, с родителями, с мужа. Попал снаряд, но не знаю, что там с квартирой. А младшие тоже, они взяли кредит как раз перед Новым годом. Купили квартиру и тоже попал снаряд. Ну, в общем, несколько дней они были в бомбоубежище. Потом они приехали за мной. Я была у них несколько дней, потому что я поеду, потому что где-то что-то там, ну там, где бомбоубежище, вообще туда нельзя было доехать. Ну, машины туда не пропускали. Ну, район такой, что не, в общем, блокпосты там стояли. В основном не пропускали, только по... Вот, я же думала, буду дома, тоже что-то куплю, там, пенсию получила, пошла, что купила. Думаю, чтобы им передать туда. Потом позвонила дочка, сказала, что мама, будем уезжать. Потому что я тоже была. Ну, 24-го они уехали сразу в бомбоубежище. А это было 5 числа. 4-го она мне позвонила. Ну, дети там боятся. Внук. Ну, мне две внучки по 5 лет и внуку 8. Ну, Архипка тут, когда сирена, он закрывает уши. Он, в общем, паника у него. Ну, в общем, они решили уехать, но я уехала с ними. Я на попутных доехала до бомбоубежища утром рано, 6-го.
подожди, 5-го, 6-го мы уехали. 5-го мы уехали, 6-го мы были здесь. И решили ехать, ну, мы решили, ну, в общем, мы... Я доехала на попутных туда, до их бомбоубежища. Спасибо людям, что довезли, так просто вот остановила машину, ну, довезли. То туда, потом еще на одной, потом еще на одной. С бомбоубежища нас детей отвезли на машинах на вокзал. Вот еще на вокзале, помню, стояли долго очень, там вообще такое было. Все же бежали, все там, там ужас, что на вокзале было. Вот людей столько уезжало много. Еще и погода такая была, снег, дождь. Вот на платформе еще фотографии сидят дети, на сумках на этих уже поставили на снег, накрыли их пледами. И где-то часов на 5 мы сидели еще на платформе, ждали. В это время еще самолеты два, как пролетели, я не знаю, только наши это или не наши, это были прямо над этим. Все как шарахнулись, скажем, к вокзалу. Ну, в общем, ужас, что было. Ну, не бомбили, допустим, не стреляли. Чьи самолеты были, это не знаю, потому что неожиданно просто. Вот. Мы стоим жух, так, вот над нами просто. Ну вот как-то они к нам все время ходили, как-то я к ним нормально всегда относилась. А как они поступили с нашей страной, это просто невыносимо. Заберите своих детей, они у вас тоже гибнут здесь. У нас дети гибнут, и ваши дети гибнут, и вы не хотите это прекратить из-за вашего придурка Путина. Неужели вам не жалко своих детей и внуков? Если наша страна пойдет и будет делать все то же самое, как вы, что вы творите в нашей стране. Убивайте детей, невинных людей и вообще какие-то же объекты. Это детские сады, школы, это разве объекты какие-то военные? Торговые эти центры, это разве объекты? Парки, парки, зоопарки, это разве объекты военные? Что они бомбят? Зоопарк разбомбили, зверей поубивали. Остановите своего зверя. Сколько же можно терпеть это все?